В день памяти равноапостольного великого князя Владимира и праздник крещения Руси святейший патриарх Кирилл возглавил божественную литургию в Верхнем Александро-Невском храме Благовещенской церкви Свято-Троицкой Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция богослужения велась на нашем канале. Подробнее в сюжете «С берегов Невы». Святейшему патриарху Кириллу сослужили митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, епископ Петерговский Силуан, епископ Раменский Алексей и другие представители духовенства. Были вознесены молебные прошения о здравии президента страны Владимира Путина, отметившего в этот день тезоименитство. Перед иконой равноапостольного князя Владимира было совершено славление. «Просвещая, освящай племена и народы, и же и владыку земли русские, князю Владимиру, к свету истинной веры наставивай, и тем всю страну нашу крещением просветивай». По окончании богослужения патриарх Кирилл обратился к молящимся с первосвятительским словом, поздравив всех с днем памяти святого равноапостольного князя Владимира. «Мы сегодня радуемся, вспоминая память святого равноапостольного великого князя Владимира, радуйся о том, что действительно пришло на Русь то время, когда церковь свободна, люди свободны, когда развиваются все стороны жизни нашего народа и нашего государства. Дай только Бог, чтобы все мы были способными поддерживать это развитие, в нем участвовать, а самое главное, сохраняя веру в Господа и Спасителя, никогда от этой веры не отказываться». В память о совместной молитве предстоятель Русской Православной Церкви вручил наместнику Александро-Невской лавры епископу Кронштадтскому Вениамину крест и две панагии. В этом году празднуется 300-летие перенесения мощей Александро-Невского в Петербург. Первоначально они были перенесены именно в Благовещенский храм, и сейчас они снова временно находятся в Верхнем Александро-Невском храме Благовещенской церкви в исторической Серебряной Раке, переданной в прошлом году из Государственного Эрмитажа в Александро-Невскую лавру.